1 минута и 3 свежие армейские новости. С вами Анна Чижлиташ. Добрый день. Сегодня в режиме видеоконференции прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы входящих в организацию государств обсудили состояние международной безопасности и вопросы дальнейшего повышения эффективности совместной деятельности. В ходе заседания стороны утвердили план развития военного сотрудничества и новую антинаркотическую стратегию на 2021-2025 годы, а также решения, касающиеся материально-технического медицинского обеспечения коллективных сил и подготовки кадров. Указом президента Республики Беларусь ряду офицеров вооруженных сил присвоено очередное воинское звание полковник. Погоны представителям всех родов войск вручил министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. Первые дни нового учебного года в армии проходят более чем насыщенно. Во всех воинских частях и соединениях организованы занятия с практической составляющей. В столичной механизированной бригаде состоялись учебные стрельбы с выходом на полигон Уручье. Военнослужащие срочной службы оттачивали навыки метания гранаты, стрельбы из автомата Калашникова и гранатомета. Напомним, нынешний год в вооруженных силах объявлен годом боевой готовности. Подразделения ждут тренировки, максимально приближенные к реальной боевой обстановки. Продолжатся и внезапные проверки. В новом учебном сезоне совместно с российскими военнослужащими пройдет 160 мероприятий, на 40 больше, чем в этом. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи!